Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о проблемах, которые могут возникнуть во время или после стерилизации кошки. Если хозяин не планирует периодически получать потомство от своей кошки, то ветеринары рекомендуют проведение стерилизации. При этом важно знать нюансы ухода после проведенной операции. Операция под наркозом – это огромный стресс для животного. Стерилизация сопряжена с повреждением целостности кожи, мышц брюшной стенки и репродуктивных органов. Это требует обезболивания. Анестезиологический риск для пожилых животных увеличивается многократно. Некоторые породы имеют склонность к гипертрофической кардиомиопатии, при которой наркоз может вызвать тромбоэмболию и гибель животного. Снизить все риски поможет дополнительное обследование перед операцией и консультация кардиолога. В результате снижения активности и увеличения аппетита после стерилизации у кошки возрастает риск ожирения, а вместе с ним приходят и сердечные проблемы. Профилактика ожирения у стерилизованных кошек достаточно проста. Необходимо упорядочить питание, прекратить кормить любимицу едой со стола и перейти на специальные корма для стерилизованных кошек. Восстановление кошки занимает много времени, около 2 недель, и требует постоянного ношения специальных приспособлений. После стерилизации кошек шов должен быть защищен от попадания бактерий. Для этого важно надеть на кошку попону, вовремя и правильно обрабатывать рану. Даже при незначительном ухудшении состояния здоровья нужно обращаться к лечащему ветеринарному врачу. Вести кошку домой нужно не на руках, а поместив ее в специальную переноску, имеющую плоское и ровное дно. Любые встряски или смещения туловища могут стать причиной расхождения швов. Желательно накрыть животное легким пледом или теплой тканью, так как вследствие проведенной операции наркоза температура тела питомца становится меньше нормы. Даже учитывая, что данная операция относится к наиболее частым и алгоритмы выполнения многократно отработаны, доверяйте питомца только проверенному ветеринару. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.